Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Этим людям важно, чтобы окружающие признавали их авторитет, с уважением относились к ним. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Несомненным парадоксом является то, что владельцы этого имени несут огромную потребность в независимости. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Внешний человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.